Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал, и в этом видео я вам покажу деньги для пакетиков. А также я вам хочу сказать то, что в это воскресенье будет прямая трансляция, вот так как видео, которое выходит в пятницу, либо же в субботу, я говорю, когда будет прямая трансляция, вот. Даже видео, которое бывает, выходит в субботу, и бывает прямая трансляция, да, бывает, в общем-то, так. Но мы не будем томить, и я вам начну показывать, в общем-то, деньги для пакетиков. Следующее видео будет, это распаковочка бумажных сюрпризиков, и где-то через недельку я постараюсь потом укладывать видео каждый день с распаковкой бумажных сюрпризиков, так как потом у нас будут каникулы, вот. Надеюсь, что вы этого давно сильно ждали, вот. Столько тут пакетиков. Так, первая коллекция. Вот. Это для канала Далида Дейва. Вот такие тут пакетики. Вот. Такие 4 пакетика. Можете фоткать, ребятки, в общем-то. Вот. Надеюсь, что вы уже сфоткали. Я перехожу к следующей тике для пакетиков. Вот. Также потом на следующей неделе, когда будут каникулы, то есть через недельку, вот, тоже будет прямая трансляция в какой-нибудь выходной день, я думаю, либо же не выходной. В общем-то, я подумаю. Возможно, выходной, так как многие бывают учатся, так как, например, в школе они все равно дистанционно учатся, вот. Чтоб все успели прийти, кто сможет. Так, дальше идет коллекция, это для подписчицы, вот. Для канала Виктория Слаймспир, вот такой вот пакетик. Вот надпись золотого цвета такая. Вот. Так, дальше. Вот такой пакетик. Вот такой пакетик. Такой пакетик с пандочкой. Также, ребятки, в следующем видео с распаковкой бумажных сюрпризиков я передам приветик. Кому обещала, кто угадал слово «скрипыш», вот. Так что обязательно ждите это видео. Я думаю, то, что на трансляции я буду разыгрывать первое место. Это будет Сигна, вот. А на 700 подписчиков будет конкурс, ребятки. Надеюсь, что вы мне очень сильно поможете и подпишитесь на мой канал, если же еще не подписаны, так как моя мечта — это набрать 1000 подписчиков. Спасибо вам большое, кто на меня подписан. Вот, надеюсь, что вы уже сфоткали, если же вам эти деньги нужны, вот. Какие объемные тут, кстати, звездочки. Вот. Именькая пандочка. Написано лав. Так, дальше. Следующая коллекция. Она называется «Украй спинальчик». Да, сегодня будет 4 идейки для пакетиков. Вот. Так, первый. Вот такой вот самый простой пакетик с надписями. Тут написано «Украй спинал». Дальше вот такой вот пенальчик. Также идеи для коллекции вы, как всегда, можете писать в комментариях. Я обязательно сделаю эту коллекцию, вот. Сейчас у меня там осталась одна коллекция, которая находится с сентября, вот. Я ее тоже сделала, но в следующем видео будет, ребятки, коллекция, которую захотела сделать я. Это будет связано с, в общем-то, коллекциями из магазина «Лента». Так что обязательно ждите, вот вам небольшой спойлер, вот. Но это будет не мини-лента никакая. Такой пакетик. Такой бревнышко, пенальчик. Еще вот такой пакетик с рыбкой. Кстати, очень похожая рыбка получилась. Дальше вот такой вот пакетик, где написано каждый счастливый день, вот каждый хороший день. Today. Так. Такой пакетик. Блинчик, да, для кисточек. И такой пакетик, самый красивый, как помню, это бананчик. Кстати, в следующем видео мы закончим эту коллекцию, откроем вот такой вот пакетик. Вот, такие тут пакетики, можете фоткать. И также обязательно, как всегда, напишите в комментариях, кто-нибудь использует эти идейки для пакетиков, либо же нет. Вот, пакетики. Также, ребятки, я думаю, то, что каждую недельку в понедельник будет выходить АСМР, даже когда у нас будут каникулы. Вот, так что обязательно ждите АСМР. Вот расслабляющие видео. Мне кажется, они очень прикольные, много кому нравятся. Напишите в комментариях, вам нравится видео АСМР расслабляющие. И последняя коллекция на сегодняшнее видео. Вот мои видео уходят каждый день в 14:00 по московскому времени. Вот так что обязательно ждите их. Вот коллекция «Собери слово».
такой самый простой пакетик. Дальше вот такой вот пакетик, где 2 с плюсом оценка. Так, такой, где тут слова разные. Также еще в следующем видео я хочу сделать пасхалочку, так что обязательно смотрите мое следующее видео от начала и до конца. Те, кто угадает пасхалочку, тому я передам приветик. Вот такой пакетик, коробочка с буковками. Такой пакетик. Если же я вам забыла передать приветик, то обязательно напишите. Вот. И на голове не написано слово тыква. Такой пакетик. Вот. Где коробка слов. И такой пакетик. На такой доске написано слово линейка. Вот. Такая коллекция. Фоткайте, ребятки. Надеюсь, что вы уже сфоткали. Мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно ставьте свои лайки. Ведь я стараюсь только для вас. И стараюсь каждый день выпускать новые видео с распаковкой бумажных сюрпризиков. Вот. Только на этой недельке. Вот сегодняшнее видео, это в пятницу, от которой и в понедельник не было распаковка бумажных сюрпризиков. Вот. Какие тут пакетики, в общем-то, все, которые я сегодня показала. Ну, а с вами была я, Арина. Всем пока-пока. До завтрашней распаковки с бумажными сюрпризиками. Бай-бай.